Итак, уважаемые коллеги, дорогие друзья, форум «Белые ночи» – это всегда сочетание великолепной возможности прикоснуться к прекрасному. Это и наука, и общение. И я уверена, что мы все ждем, наконец-то, общения не в цифровом, а в реальном формате. Опухоли натохорды. Мы все хордовые, поэтому это именно те опухоли, которые развиваются из вот этого образования, которое нам всем присуще. Хотелось бы рассказать небольшую преамбулу, историю. Много лет назад к нам в Россию приезжали профессора из Италии, Франко Бертони и Патриция Бачини. Мы активно общались, и на тот момент я никак не могла понять, что же такое гигантклеточная опухоль, и почему она бывает злокачественная, и почему она бывает первично злокачественная и вторично злокачественная. И нужно сказать, что именно благодаря тому, что можно было сесть за один микроскоп с этими великолепными учителями и профессорами, как-то это выстроилось, и с тех пор таких вопросов больше уже не возникает. Аналогичная история и с опухолями натохорды. К нам приезжала Дорис Венгер, и также мы могли с ней детально обсудить, что же это за опухоль такая и какие варианты этой опухоли встречаются у человека. И не только у человека, собственно, и у животных тоже. И в результате выстроилась вот такая достаточно стройная структура. Рудименты натохорды или эхардозис физалифора, схожие с физалисом, и они возникают у людей и обнаружены при аутопсиях в достаточно большом количестве случаев. Но это доброкачественная вещь, это гамартома, и, собственно, это просто научный интерес. Однако бывает доброкачественная опухоль натохорды. И вот это клинический пример. 52-летний человек с жалобами на боль в позвоночнике. И вы видите, что это четко отграниченный очаг. При исследовании гистотопограммы практически мы не видим разницы между очагом поражения и костным мозгом. При большем увеличении мы все же можем эту границу рассмотреть. Доброкачественная опухоль натохорды, как правило, это случайная находка. Она располагается эксцентрично. При этом новообразовании отсутствует мягкотканный компонент. Если вы видите включение жировой ткани, то это доброкачественный признак, очень важный для дифференциальной диагностики. Итак, это внутри кости новообразования. Как правило, очаг склеротический, он не выходит за пределы одной кости в мягкие ткани, не прогрессирует, не растет. При МРТ в режиме Т1 слабый сигнал, Т2 интенсивный сигнал. Как же выглядит это новообразование при микроскопическом исследовании? Он напоминает жировую ткань. Клетки натохорды, они крупные, но ядра у них идентичные, одинаковые, штампованные, нет полиморфизма. И при дополнительном иммуногистохимическом исследовании маркер брахиури и цитокератины проявляют положительную экспрессию, и таким образом доказывается это новообразование. Далее хордома. Это злокачественное новообразование. Вы видите, что она разрушает костную ткань. Она дольчатая, она агрессивная, она выходит за пределы первоначальной кости. При магнитном резонансе вы видите вот эту дольчатость, вы видите инфильтративный рост. Вы видите, что она по-прежнему имеет неспецифический сигнал при Т1 он низкий, при Т2 он высокий. Еще раз, агрессивные, разрушающие кость признаки, литический очаг. В
фокусы кальциноза внутри достаточно характерны. Опухоль центрально, как правило, расположена. И Т1, Т2, об этом мы уже сказали. Дифференциальный диагноз прежде всего это хондросаркома, хондробластический вариант остеосаркомы и метастаз. Дальше по уровню осмысления этих опухолей нужно отметить приезд к нам в Москву двух великолепных лекторов, профессоров Джеймса Хорника и Питера Нильсона. И одной из тем доклада Питера Нильсона были опухоли натохорды. И уже после того, как был осмыслен весь этот материал в комплексе, нужно сказать, что структура эта окончательно сформировалась. Опухоли натохорды, и это соответствует новой классификации 2020 года ВОЗовской, рудименты натохорды, доброкачественная опухоль натохорды, далее классическая хордома. Она может быть либо хондроидная, либо миксоидная. Низкодифференцированная хордома, дедифференцированная хордома и как эксклюзивный вариант экстрааксиальная хордома. Вот уже с этой базой знаний мы подошли к осмыслению почти 90 случаев в нашем онкологическом центре хордомы, преимущественно хордомы крестца крестцово-копчиковой области, но также здесь были несколько случаев хордомы позвоночника и основания черепа. И вы видите, что основной массив этих опухолей все-таки это опухоли в области крестца и копчика. Как же выглядит эта опухоль? Вот она такая дольчатая, с выраженным миксоидным матриксом. Участками она более плотная, она может быть, вот, как мы уже сказали, хондроидная или миксоидная. И, конечно же, ее отличает вот это не совсем, может быть, такое тактичное название, сопливость, что доставляет огромное неудобство хирургам во время операции, потому что она разрушается и возникает вот это обсеменение опухолевыми комплексами. А поскольку она не требует повышенной васкуляризации, то эти отсевы клеток с удовольствием угнездятся и возникает рецидив. Итак, признаки доброкачественности – это диффузно расположенные растительные клетки, и в промежутках могут встречаться включения жирового или кроветворного костного мозга, полное отсутствие ядерной атипии, и матрикс скорее гранулярный, чем миксоидный. Это важно. Митозы и некрозы отсутствуют. Трабекулярная структура костного мозга сохранена, крайне медленный рост и отсутствие мягкотканного компонента, а при микроскопическом исследовании признаков ремоделирования кости остеобластов и остеокластов. Злокачественные признаки абсолютно противоположные. Это агрессивный рост, внедрение в прилежащие мягкие ткани, нарушается трабекулярная структура костного мозга прилежащего. И самое главное, конечно же, это инфильтративный рост. Хордома характерна, классическая структура ее – это цепочки клеток в миксоидной строме. Эта строма может быть более хондроидной или более миксоидной, как мы уже сказали. И в целом классическая хордома, за исключением небольшого количества вариантов, всегда легко узнаваемая. Наш любимый маркер брахиури, в переводе это белок «короткий хвост», он помогает идентифицировать всегда клетки натохорды и помогает нам в дифференциальной диагностике с многими другими новообразованиями. Следующий вариант хордомы – дедифференцированная хордома. Дедифференцированная, она дедифференцируется по пути в низкодифференцированную саркому.
Вы здесь видите клеточный полиморфизм, вы видите некрозы. И когда мы в микроскоп смотрим на такую опухоль, то можно сказать, что мы уже не узнаем вот эти растительные клетки, они становятся похожими на плеоморфную саркому, где клетки самых разнообразных форм, размеров и выраженности ядерной атипии. И такая саркома, она становится не похожей на свою предшественницу. Маркеры все те же, это С100, это эпителиальный мембранный антиген, это цитокератины, конечно же, брахиурии. Но по мере того, как опухоль подвергается дедифференцировке, исчезает маркер и не один. Это крайне важный признак. Еще в одном варианте хордомы – это низкодифференцированная хордома. Это особая опухоль, она особо выделена в ВОЗовской классификации. В основном это педиатрическая опухоль или опухоль, которая развивается в основании черепа. И еще один вариант хордомы. Всего 20 случаев, может быть, несколько больше, за последнее время описано в мировой литературе. То есть это опухоль из нота хорды, которая возникает вне нормального расположения хорды, то есть вне позвоночного столба. И вот такой пример. Вы видите небольшой склеротический, литический склеротический очаг с четкими контурами в метаэпифизе большеберцовой кости. И при микроскопическом исследовании вы видите вот эти атипичные крупные растительные клетки. Они имеют характерную структуру. Подтверждено это иммуногистохимическими исследованиями. Итак, с чем же мы столкнулись, когда мы постарались проанализировать довольно большой клинический материал, почти 90 случаев хордом? Каковы же основные сложности, с которыми сталкивается и хирург, и диагност при лечении хордомы? Прежде всего, опухоль протекает на протяжении длительного времени бессимптомно, достигает больших размеров и диагностируется поздно. На операции кровоточивость опухолевой ткани, кровопотеря – один из наиболее значимых факторов, которые усугубляют течение. Повреждение нервных окончаний, конечно же. Раны после операции плохо заживают, и высокий риск рецидивов – это характеристика хордомы. Локализация выше третьего крестцового позвонка – это плохой признак, и об этом всегда говорят хирурги. Это один из наиболее важных прогностических хирургических признаков. И, к сожалению, стандартная химиотерапия не эффективна при хордомах. В ряде случаев применяется лучевая терапия. Не разработаны маркеры прогноза или те маркеры прогноза, как КИ-67, например, они дискутабельны. И основные препараты, которые применяются при лечении хордом, это имотинип. И в основном это, конечно, симптоматическая терапия. В последнее время проводится исследование ингибиторов тирозинкиназы, VGF и mTOR. Но часть из этих препаратов показали себя обнадеживающее, но по-прежнему нет стабильной, разработанной схемы химиотерапевтического лечения этой опухоли. В этой связи наше исследование 30 пациентов и в сыворотке крови, и в ткани маркеров иммунной реакции зависимости при хордомах, PD-1 и PD-L1, мне кажется, чрезвычайно важными. Алло, вы меня слышите?
обнадеживающими. Вот такое исследование нами проведено, и мне кажется, оно чрезвычайно интересно. Ну что ж, вот кратко, о чем хотелось сказать, и большое спасибо за внимание.